Войд плюс Лич, начиная с линии. Андер плюс Рубик тоже сильная линия. Да и, блин, Бэтрай это посильнее. Вейтспирта должен быть, по идее, на миду. Вот. Есть что-то в купол, как минимум, да. Есть там Рубик, который может дать фейтболт. Или сворует, да, еще что-нибудь дополнительно. Взяли себе. Опа, а вот ФБМ. Или не? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не хватает урона. Сэвэдж был близок к ферстбладу. То есть Виспер начинает контратаковать. Фейтболт не получается. Здесь Виспер. Тут панда. Со спины снимает у нас Вард, нападает на Оли, вешается фрошелд или на Сэвэджа. Да, Сэвэдж повкуснее будет, конечно же. Нужно бить Сэвэджа, так и Оли тоже сейчас заберет. Минус Оли, минус 2 делается, Виспер делает даблкил. О, пришел главный хейтер Бэтрайдера. Там, кстати, у нас забирает Мэтью. Какой может быть сейчас разменчик крутой-то, а? Посмотри на это! И забирает у нас Сэвэджа. Виспер идет за Оли. Зачем ты это делаешь? Виспер, плавайте. Клюквенные морсы. Лассо. Вот так вот я попивал клюквенные морсы. Сейчас у нас Виспер выбивает все жизненные соки из кьюшки. Он пытается. Подожди, неужели он не умрет? Умрет. Но с другой стороны, сейчас Виспер умрет опять в ответ. Сойтись. У нас могут плиты эти тектонические между собой. И начнется настоящая тряска. Нападает на Джабс. Поймали Джабса. Тоги, Джабсик пока плотники впитывает хорошо. С другой стороны прыгивает Микота, пьюс кьюшка, нападает на Мэтью. Мэтью там живет, залетает по кас, убивает кью. Чайник там летает, но глобально никого не убили. Лассо на кого? На Оле. Оле увезли. Оле, сейчас будет РЛ-убийство в исполнении Evil Geniuses. Забирают Оле сбоку. Куба пошел, забирает Микота. Это же покруче. Намного РПшечка, но без Микоты, конечно, драться будет трудно. Вылетает на кью. Забирает панду, забирает... Скорее всего, и Крис Майло бьет его Сэвэдж. Какой крепкий, да, Крис Майло. Почти убили Джабса, Сандер на Сэвэджа, на Пака, за Пакас. Понимая, что Пак Нинджерин наступает. Джабс там очень красный, 20 кп остается. Его добивает Сэвэдж уже без Сандера. Можно у него врываться в тупую, не бояться. И забирает Сэвэджа. С другой стороны, умирает Виспер, умирает Мэтью. И какая же резня у нас сейчас была. Вань, сейчас одну секундочку, братка, я прочитаю, сколько мутантов, потому что сейчас будет драка. Без блинка Магнус, но прыгает у нас сначала Микота, потом РПшка, и взрыв Паказа здесь. На часть рассыпается, выдвоит у нас. Там, посмотри, что происходит, находится Сталлоне у нас, так же, как прыгает Микота. Понимает, что, возможно, попадает в ловушку. Идет вперед, все равно, Рубик ворует землю, Мэтью его забирает, дается купол. От Паказа не хватает ему урона забрать Сэвэджа. Сэвэдж нажимает БКБшку, платформа работает. Работает по Виспер, у него есть также Сандер. Можно будет Сандер дать, нажимается Сандер. Паказа пытается пробить РП, нет, не нажимается. Ну и Смайла, бейте РПшка. Даже, конечно, он будет сейчас есть. Выдает его Сэвэдж, Паказа будет трудно поймать. Хотя вот с Микотой можно будет. Там time dilation и кнопки пока что долго кдэш. В итоге начинается контратака. На УТБ кончается... Нет, форма еще не кончается, извиняюсь. Она будет работать нормально. Микота, Дизимулейт, нужно его отступать на дальнее расстояние, потому что уже очень красное. По боту будет идти. Здесь врыв на Оли. Оли пытается заластелиться, пока получилось. Нет, что воруется, воруется. Лайфдрейн также. Его же оружием тут у нас выкачивает Мэтт. Хорош, Мэтт прыгает у нас перед Пакас. Но отступает обратно на Шардзе. Упа, Джабс у нас такой форстав. Интересно, чтобы этот пушка не смог дать. Хотя вроде бы двух героев зацеплял он, как я понимаю. Ну и пока один в ноле. Ну там просто Игис, понимаешь, купу давать не хочется. Именно в ТБ залетает Пакас. Пытается убить и заберет, скорее всего, он да, кьюшка. Вот с Джабсом будет труднее. Но возвращается обратно. Куда? Пакас, РП. Долго идет Сэвэдж, чтобы получить алибарду. Или кто-то, подожди, получил алибарду. Короче, там так или иначе забирает у нас Пакаса. Ошибка от Пакаса. Зря он вернулся на Шардин. Такое правда происходит. Даже вот видишь, про игроков. Ты там прыгаешь. И потом как-то увлекаешься. И делаешь такую вот ошибку. Прыгают, бегают. Вокруг до около сока. Вот испанули. Кого это? Это Джабс. Еще Сандром его Мэтью поймал. Представляешь? Джабс не успевает дать букабы. Увозит Виспера. Хорош Джабс. Какой хороший скьюит был от него. Не у нас пытаются убить Смайла. Смайл пока ступает. Полетели элиминейты. Смайл под Солар Биндом. Начинает с ловушка Мэтью. Его увезли. Смайл также падает. Отправляется вверх. Нажимается купол. Пока за какой-то
несвоевременный. Какой Сандер, а? Какой Сандер? И тут Оли вытворяет грязные вещи. Пакет продолжает нападать 1-4. Просто, знаешь, бешеный хорек, который не боится умереть, бьется до последнего. Но Сэвэдж без Сандера. Возможно, пока Сэвэдж даже заберет. У него есть ГБ, Тосик, Баш. Вот так вот. Декрепифо. Ой-о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 й. Оли! Что делает? Но все равно сбивает телепорт последние секунды. Пытается Сэвэдж уйти. Пакет продолжает погоню. Баш вылетает. Джаб, зачем ты его туда увез? Нет. В итоге это минус Сэвэдж. Все-таки Пакас здесь чисто на характере. Забирает сюда еще Джабса. Возможно, даже убьет сейчас Микоту еще. Микот отступает. Ну ладно, он ушел. А вот Кьюшка будет трудно. Опять Оля. Опять Декрепифай. Ну ё-моё. Башк вылетает. Повезло. Ну, в общем, пацаны пока стоят. Ждут прихода. Ребята, вот так вот начинается движуха. Смайл, Питерпонец прожал. В итоге Смайла пинают. Работают по нему. Смайл в таверну щелкает. Смайл, Микот напрыгивает на Мэтью. Мэтью нажимает Мику, нажимает лосс от Виспера. Пытается Микота увести. Синистер Гейс, Нулифайр нажимает. Микота в таверну. Трибл-килл делается. Минус Микота. Лосс-ап. Далее, нажимают на Сэвэджа. Сэвэдж нажимает БКБшка. Свы полетели элиминейт, умирает Виспер. Джабс там пытался нажать РПшки, не получилось. Пакас прыгает чайник, не хватает ему урона даже близко. Ты видел это? И он просто хватает урона пробитой Робоида. И тут Робоид отступает. Оля минус, минус Оли. Там РПшка дает спанду, убивает. Виспер форстафает, спасает. Пока возвращается у нас обратно после байбека. Сейчас видит этот лич понемногу. По чуть-чуть цепляют Джабса. На Тосик посадили. Нужен очень сильно Пакас. А Пакас у нас вот тут вот бегает. Вот он приходит наконец-таки на помощь. Под Микоту нажимает Endulation. Джабс блинк. Там опять декапифай. Лайфдрейн нажимает, захиливает его. Поймали Микоту. Башики прокают. Минус Микота. Микота в таверну. Размен 3. Даже получается 4, друзья. В 2 только, 4-2 получается размен у нас. И, конечно, здесь талон выходит невероятнейший плюс. Смайл, Нулифайр нажимается. Туда его Джаб подальше увозит на скьюере. Подходит Сэвэдж обратно, кончается Алибарда. Также падает Смайл, тут уже без байбека. Рошка на талончике защищают. Универсальному. Опа, Хекс, РПшечка, Скьюбер. Увозит его, нажимает Стирр Вейв. Работает еще Ремнант, но БКБ, они его не убивают. И Купол в четверых героев нажимается от Паказа. Забирает быстро очень Кьюшку. Лассо минус Джабс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чайничек. Там есть Сандер пока. Алибарда прожимает Смайл. Сандер отметил ответ и нажимает на своего тиммейта. Воу, что ты вытворяешь, подожди. Минус 4 делается. И, конечно же, ТБ умрет еще раз, естественно. Он умрет, конечно же. Да, это было нечто. А это сделается. А вот, да, миличный барак на изи. Вообще, сатаник снимает все пакет у нас миссы с блантинг лайта и доламывает сторону. Граунд на вторую сторону. На боте, если что, стоит вышка, то есть мне крипово не получится. Нажимается РП в кого? Увезли у нас Мэтью, а не Виспер пока. Там развлекается, пока сдал по Оле у нас Купол. Пытается убить Кьюшку. Кьюшка будет нажимать рефреш, будет еще не Купол. Нажимает Сандер, ему пофигу. Купол нажимается почему-то именно после ББК Воли. Возможно и правильно. Это будет сразу минус герой на очень долгое время. Пакет продолжает драться, из БКБ работает. Вылетает, кончается БКБшка. 23 Сэвэджа, больно Сэвэджу. Сэвэдж забирает, минус Сэвэдж. Тут продолжается драка. Пакас отступает пока что. Пакас отошел, ну и... надо отойти, надо отойти, у вас кончается рефреш, там ТБ выкупается, хоть и без формы, все равно очень больно бьет, опасно. Минус сторона, вторая, забирает ее его у Geniuses, и ЕГ очень довольны собой. Все просто-напросто просили. Сэвэдж запрыгивает джаб, шипы нажимается. Есть РПшка в двух героев. Найс, работу по Пакасу. Пакас, элемент полетел. Разворачивается обратно, нажимается. Купол в трех героев. Пакаса пинают. Щелк, щелк. Микота минус. Джабс минус, минус Сэвэдж. Минус 3 делается. Выкупается моментально джабс. Возвращается в игру. Пакасу уже хватает урона под своей командой, естественно, да. Крутая карта именно от ЕГЭ. Талон играли, но не получается. ЕГЭ лапочки просто увозит. Пакас двух героев увез, Джабс под фонтанчик. Ну и смотри, Смайла даже сейчас могут забрать. Прыгает пока вперед, нажимается таник, залетает, покупает Смайла обратно в игру. У него есть ТП.
Если что, Мэйд сработал ее диск, и Микота от него отцепился. Трон все еще стоит. Лассо, вот такой вот ТБ увезли. ТБ без байбека, ТБ в таверну. Все, Сэвэдж, как же он быстро, да, вот это, сыпется, нажимается, купол на кьюшку, опять и крипифай. Оли напрягает, Оли продолжает потеть, вторая, он потеет, как собака просто. Да, собака, которая очень крутая, там, лабрадорка, я не знаю. Ну, в общем, это минус 2, минус 3. GG, GG, выигрывай, друзья, эту карту. Это реально, на боте пока не пассивно играю. Там у нас Мэтью дунается, ну такой вот у нас килл первый на карте получается. Опа! Слушай, да неужели прям в точку мы попали, а? Давай посмотрим, как это было. Напали на паунс на него, да, и забрали Джабса. О чудо! Если они еще на интернешнале второй год подряд будут три европейские команды, это вообще ужас будет. Для всех регионов будет Микота. Он впитывает очень-очень много. Блантик Лайт нажимается. Как же он долго живет? Ну, 4 героя все-таки, да? Вот тут у нас пришли ЕГЭ на Мамонта охотиться, и Мамонт этого забирает. Нападает на Оли. Оли, насторожнее. Надо быть, но тоже он никуда не уйдет. ЕГЭ просыпается. Наконец-таки. С Габи тогда вот все дело. Опа! Опа! А как Энтимаг смог вот здесь сдохнуть? Это вообще как? Вот он стоит фармит, да? Под мортиру. У него, блин, они его поймали на КД блинка, представляешь? Так, врывается у нас на Оли. Полетела печенька. Оли работает по нему. Скейтербласт нажимается. Залетает у нас Крис Май. Убивает Оли. Полетела мортира. По Микоте работает. Микота Таверн управляется минус Микота. Минус 2 организовывает Evil Geniuses. На этом все, да. Так, тут Вортекс. Вортекс на Джабса. Джабс таверну. Съедает Джабса. У нас ЕГЭ собирается идти дефать топ. Смотрите. ЕГЭ будет драться. Вырубал, что имеется. Активируется. Залетает у нас Крис Майл на Джабса. Вортекс полетел. Работает мортира. Джабсу больно. Минус Джабс. В таверну отправляет Мэтью. На Оли идет. Ну и Оли у нас забирает. Да. Минус Оли. Так, тут Вортекс на кьюшку пошел, работает, Смайл доджит стан, Смайл, ты представляешь? Вот это красотища, печенька не достает. Минус 3 организовывают у нас Evil Geniuses, и там у нас убивают Мэтью, нападает на Пакеза. Savage, блин, вперед, а вот он, шторм, ловец! Savage, минус Savage, нажимается Новый год. Сбить постараться нужно, сбить нечем. Просто можно убить и все на этом. Дальше нападает на кьюшку. Кьюшку пинает. Минус кью, минус 3 делает Крис Смайл. Организовал Крис Смайл. Опа, полетел. Залетает. Крис Смайл получается там. Пошла мортира. Работает мортирка. Мэтью накидывает трек. Опять же, друзья, все это делается по трекам. Микота в таверну. Просто понимаете то, что на 16 минуте 16 киллов и 13 тысяч преимущества. Уже 14 становится у ЕГЭ. Это какое-то избиение. Талоны, наверное, просто поплыли после прошлой карты, когда вот... Опа, Смайл, сейчас постарается убить быстренько Оли. Панда опять за спиной, Оли умирает, прыгает, у нас нажимается мановой, Тантимак, ну кончается мана. Там приходит Витвер, нажимается арканки, ну грифсы. А, нет, не грифсы, просто арканки плюс мека, извиняюсь, это было в одну секунду нажато. Мана появляется, в общем, шторма самое важное здесь. Опять ему восстанавливаю сейчас. Сейчас восстановит, Смайл полетит. Продолжается погоня, опять же не делает 2 килла. Никто не умирает у ЕГЭ, забирает также Джабс, минус 3. Пошел вперед Смайл, но уже все. Ну это да, но Тинкер появлялся 2 раза, так понимаешь, что он делает от Орлидок, а Новый год нажимается, кастуется, помикоется, Микота больно, Микота в таверну, минус Оля, минус 2, организовывается, там полетели на Кью, Кью поймали, Кью цепляют, есть Вортекс и Кью падает в таверну, а вот и next сезона. И вот буду учиться, будете подсказы приходить мне, рассказывать, как играть, что делается. Залетает на Тимага, минус на Тимага, изи. Легко и просто. ЕГЭ вокруг да около. Смотри, съедает, плюются кем. Мы эти плюнули. Да и трек поддержит его Смай, получает стан. Но все равно мортира работает. Вортекс также работает. Рона очень много взрывного этого. И ДК, конечно, это не вывозит. Падает вторая сторона. Но там на боте, друзья, тир 2 вышка стоит. Поэтому мне крипов здесь сейчас не сделать. Ну, может, он сами пропишет GG. Возможно, так. Минус Оли. Оли съедают. И сторона вторая падает. На импандас, потому что две команды, которые не из Европы остались. Залетает Смайл, Оля, печенька полетела. От Мэтью туда, в гущу событий, да, не стесняется, он прыгает. Печенька еще одна, под Джабса у нас, это минус 2. От ЕГЭ очень легкий тейм, рошек не нужен, ты видишь. Сейчас, готовы, и полетел Смайл, Вортекс нажимается, пинает кьюшку, кьюшка больно.
Оли также в таверну. Минус. Еще делаются два очень легкие. Как же ЕГЭ на этой карте играют уверенно в своих силах. В общем, вот так вот на Savage нападают, нажимается трек. Тут печенька. Пинают. Манавойт нажимается. Возможно, получится убить даже Штормата. Посмотри, что происходит. Стики нажимаются, пайпа. Они не убили даже Крис Майла. Обалдеть. И начинается на хил. Пошел. Все, панда. Тут сейчас его понемногу будет восстанавливаться. А это время у нас пишется GG. Все. Да, ребят, 2-0. Видно то, что лоны прям расстроились, по всей видимости, после окончания прошлой карты, да. И здесь ЕГЭ взяли их, как, в общем, тепленькими.